Вот такой у нас кинотеатр. Много ему лет. Еще и ветров. Раньше, 80-е годы, касса была справа, вон где двери закрыты. Из компании посылали кого-нибудь за билетами. И очередь была вот от этих дверей и до левого угла. Вот такой у нас кинотеатр. Туда и пойдем сейчас. Когда я вокруг тебя вот так все еще снимаю, как народ. Последний остался. Он точно современный? Да, в новом звучании. Он директор. Добрый вечер, Асбест! Еще в прошлый раз, когда я у вас был, я сделал такой небольшой вывод для себя, что в городе Асбесте, как это ни странно, но живут самые интеллигентные люди. Концерт прошлого года я учудил одно такое небольшое безобразие. Ну как безобразие? Дело в том, что в прошлом году возникла такая тенденция на нашей эстраде, что наши именитые звезды с большой буквы вдруг ни с того ни с сего в интернете стали, скажем так, мягко говоря, баловаться. Да. То есть стали снимать клипы, в которых грязно ругались, обливали себя всякими нечистотами, там еще всякие вещи были. Вот, в общем, если отмотать, так скажем, лет 5-7 назад, мне бы в голову не пришло, что такие люди способны делать такие вещи. Вот поэтому, конечно же, я был впечатлен, шокирован, не смог не отреагировать, снял свой клип.
который называется «Меня накрыло волной». Вы меня неправильно поняли, девушка. В этом клипе ругаются, действительно, кричат, свистят и всячески провоцируют меня, чтобы я тоже что-нибудь такое, как это сейчас модно говорить, сделал хайп. То есть либо ругнулся, либо там еще что-то сделал. Вы уже понимаете, я кремень, без вариантов. Вот. Ну, в общем, на эту тему вот этот клип, собственно говоря, был снят. А на самом деле я хочу пожелать, чтобы нас с вами обязательно накрыло волною любви. Особенности национальной маршрутки. И более того скажу, не только сняться в эпизодической роли, там играя самого себя, но и написать несколько песен к этому фильму. Вот, одна из главных песен фильма называется «Дороги, дороги». И я хочу пожелать всем нам, чтобы на перекрестках наших с вами дорог нам попадались такие замечательные, интеллигентные и, главное, улыбчивые люди, какие сегодня присутствуют в этом зале. Мы будем только вдвоем, пусть увечали пойдем. Для меня важнее сегодня ты. Что теперь мне делать? Кто подскажет, как теперь мне быть? Может быть, в Екатеринбург сразу уехать? Или вас вместе еще побыть? Дождь осенний тихо свет днем, а печаль день о звоне поет. Тихо стонут провода. Между нами беда, как холода, зимние холода. Мы все грешим, боясь греха, броним себя, судьбу и время. Мама, не такой, представляешь, я другой. И пускай мои слова разойдутся стрелы, буду я примеры брать, буду я себя менять. Я не могу продолжать этот путь. Я так устал, я хочу отдохнуть. Я стою, говорю, как домой я тебя. Через несколько минут на сцене будет фото и автограф-сессия. Просьба заранее побеспокоиться и приобрести открытки или диски. Артист будет расписываться именно на них. Thank you.
Выходим из прогресса. Отличный концерт. Прямо за душу взял. Вот такая у нас погода. Ночь, улица Фонарь. Вот еще сколько премьер. Приходите, современный зал. Я сама здесь давно не была. Пожалуйста, Ветров, 11 декабря. Так все хорошо. Современно. Классно.